Ну а что это? Нет. Отдал вам я бы стенку, хуй с ней. Пускай у меня в прихожей бы было книги, кассета прижарит на ней, на этой стенке. Все равно на помойку выкинешь, так хоть ведь будет. Люди, которые здесь будут жить, мы с ними уже договорились, что она остается. Ты понимаешь или нет? Понял. Стенка, все. Стенка остается. Все. Все. Забыли. Ну, понял. Если мне надо стенка, скажешь. Потому что у меня некуда кассеты, диски девать. Журналы, ты знаешь сам. Некуда девать. Ну, нет! Нет! Кассеты, это ж моя работа, каждый год было. Я же снимал. Каждый, писал каждый день песни. Ты что, сумасшедший, блядь? Я каждый день работал. 20 лет.